В 1885 году Минусинский музей посетили гости из Америки, журналист Джордж Кеннон и художник Джордж Фрост. Путешествуя по Сибири, они изучали русскую каторгу и ссылку. Вернувшись в США, Кеннон публикует статьи в журнале, резко критикуя царское правительство и прославляя революционеров. А в 1891 году издает двухтомник «Сибирь и система ссылки». Книгу перевели на основные европейские языки. В России она была запрещена, и все русскоязычные варианты – это краткий и неточный пересказ. Не переведена и глава про Минусинск, в которой автор восхищается музеем в российской глубинке, курганами, каменными изваяниями и руноподобной письменностью. На зарисовках и фотографиях Фроста портреты тувинцев, хакасов, их юрты, а также виды Минусинска. Кеннон описывает дом, где остановился. Тепло отзывается об основателе музея Мартьянове, докторе Малинине, купце Софьянове, исследователе Клеменце. Издание является библиографической редкостью. Книгохранилища нашей страны едва ли насчитывают 5 его экземпляров. Есть такой и в научной библиотеке Минусинского музея.